неадекватную реакцию, скажем так, более радикально настроенных патриотов Украины, города, ну и как следствие вот эти вот потасовки, которые небольшие стычки, там, откидывание яйца, перепалки, которые возникли в итоге. По итогу. Да, когда милиция, ну, когда ребята пытались прорвать кордон милиции, милиция, скажем так, достаточно жестко встретила этот прорыв. Вот, разбили лицо, разбили голову, то есть это я видел собственными глазами. Более того, могу так сказать, что когда в марте мы собирали свои мирные митинги, нас милиция так не защищала. Более того, она всегда рассыпалась перед сепараторами и, поверьте, доставалась мирным митингующим, то есть и мне в том числе 6 апреля вот выбили зубы как раз в кордоне милиции, которая якобы нас охраняла. То есть непосредственно милиционеры мне выбили зубы. То есть поэтому я считаю, что, ну, 50 коммунистов и 300 милиционеров, если не больше. Ну, это смешно, как минимум. Ну, они хотели опозориться, в принципе, опозорились. Они хотели реакцию города получить, они ее получили. Коммунистам в Харькове не место. Александровская должна первая спаковать свой чемодан и валить отсюда куда подальше. Это мое личное мнение. Пожалуйста.